любимый Тира-Сити. Друзья, Тира-Сити. Конечно, я не знаю, сможем мы показать вам что-нибудь. Вот наш любимый Марк Спенсер, на которого я так хотела попасть. Наконец-то я сюда попадаю. Вот, и мы сейчас заканчиваем. Подождите, сейчас смотрите, напротив Тира-Сити. Сейчас я вот приближу. Ну, мы еще не заходили, но я хочу потом зайти туда, вот, вот этот магазин. Здесь продаются сыры, как мне сказали, очень-очень вкусные, можно попробовать. И если вам нравится, вам его, естественно, кусочек отрезают и делают герметичную упаковку, что очень важно. Ой, на каждом углу, что мерить температуру, скажем так, в центре еще не сказала. Что... Да. Теперь каждый торговый центр, когда заходишь, стоит человек с градусником, с тепло, ну да, проверяет температуру, сумки проверяют. Ну, сумки раньше проверяли, но теперь вот температуру проверяют. Вот мы идем в наш. Ну, вот они, стрелочки. Стрелочки, заходим, масочки одеваем. Я тут. Захожу. Вот эти крутилки я терпеть не могу. Ну и вот, соответственно, вот так вот сумочки ставим. А вот так вот мерят, смотрите, здесь температуру. Там с градусниками, а здесь вот так вот можно мерить. Сейчас мама покажет свою температуру. Ну вот, все, мы прошли, друзья, в Тира-Сити наш любимый. Сейчас, может быть, мы вам просто вкратце покажем, какие в Тира-Сити есть. Ну, ассортимент, я думаю, как бы, к сожалению, не все покажем. Ну вот, тут уж Деремот. Пойдем туда. Друзья, вышли из Деремот и купили две сумочки. Потом покажем. Моя сумочка, вот эта синенькая, вышла со скидочкой. 100 лир. Мне она понравилась. Мне даже ее София помогла выбрать. Здесь смотрите, какие магазины. Вот Серезе, Майкл Корс. Тут у нас Босс. Дальше мы идем. Йогарти, Томми Фан Флайер, Лакост, там у нас Манго, Сешора, и вот там в самом начале Зара, где вот мы заходили, Веромот. Мама зашла сюда, сейчас посмотрю, что здесь. Дальше мы идем, здесь Армани. У нас потом у нас Swatch на той стороне. Потом Диваж. Здесь у нас Севил, Сваровски. Что у нас там? Не знаю, как правильно называется там у нас. Оптик Деса. Котон, здесь Келс, там вот у нас Макс, смотрите, здесь Гап. Гап у нас 70% скидочки показывают. Здесь Зен, и здесь вот этот, не знаю, как правильно, Шувен. Наверное, надо нам вниз уже подняться. Или вверх пойдем. Выбирайте, куда пойдем. Пойдем вниз, короче. Смотрите, пока мы едем на эскалаторе, здесь, да, уже София увидела вкусняшки, а там вот можно сделать массаж, там поминутно делает. Здесь Джек Джонс, Колумбия, Найк, Рибок, Пума. Здесь даже технику можно купить. Декатлон, Медиамарт и
Куда же София прибежала? Конечно же, вот к этим вкусняшкам. А вот Watsons. Мама, там еще Watsons надо будет, можно будет тоже зайти. И... Так, посмотрим дальше. Вот идем, здесь у нас Pandora, SPX, Super Step. Здесь разные бренды представлены, спортивные, как бы смесь, да? Seat, Seat, София, Mini, Pico, Collins, Mavi, там, сейчас поближе подойду, там Levi's, Bambi, Body Shop, Интерспорт, Дочман, Пеннирум, Ягас Оптика, Адидас. Тут детская площадка была платная. Дети играли. Но тут пусто, София. Не работает. Робертс Кофе. Что у нас тут еще? Тефаль. С этой стороны Водофон. Тут эти, получается, эти связи. Здесь мороженка продает. Пироженки продают. Здесь можно Робертс Кофе посидеть, поесть. А макроцентр здесь заканчивается. Он дороговатый, но здесь тоже есть Мигрос. Еще на ниже, на минус втором этаже. Да, площадка съехала. English Home также есть. Ну и Мадам Коко. Мадам Коко, пойдем магниты посмотрим. Мы любим их, магниты. Ну и там Карака. Так, пошли мы в Мадам Коко. Сейчас мы поедем на эскалаторе. Уже на... Какой это получается у нас будет? Нет, там был минус один. Это, ну, это на первый этаж. У них как бы, знаете, вот с этими этажами-то. Это, наверное, да, будет первый этаж. И куда мы сейчас пойдем? В Марк Спенсер. Пойдем в Марк Спенсер. София уже бежит в него. А нет, куда-то мимо. Там полугараж, а мы идем сюда. Вышли мы из Марк Спенсер. Что-то ничего нам не приглянулось. Тут что у нас дальше идет? Луфиан. Я не знаю такой. Альдо. И вон Скетчерс. Мы сейчас зайдем в Скетчерс. А дальше там Калзедония. Калзедония и вот он, тут Твист. С той стороны Байман, Санглайт Хайт и Фраше. Ну, сейчас мы заходим в Скетчерс. Вышли мы за Скетчерс. Купила я себе типа мокасинчиков. Потом уже будем, естественно, вам показывать. Ну, Софии ничего не купили. Дальше у нас, смотрите, здесь настойка, всякие часы, бижутерия. Там Golden Rose продается, указатели, туалет, лифты, детская комната пеленальная для инвалидов. Здесь у нас Camper, ILD. Вако, Атасей, там у нас далее Страдивариус, Бершка, всем знакомые магазинчики, там Пулбер, Эль. Далее у нас, смотрите, видать, спортивное питание, здесь Ру. Такой магазинчик. Потом у нас Sunlight. Ой, господи, неправильно сказала.
Club, Юс Пола. Клаб, естественно, Вайкики. Вайкики, Вайкики, Вайкики. Сейчас я буду ругаться. София маску уронила. Она Кималтанка, Старбёв, Донер. Наверное, мы, наверное, смотрите, поднимемся мы, наверное, в де-факто. В том году такие платья не получилось. И там еще есть Росман. Обязательно в Росман хочется зайти в том году. А там еще, вон он, Бенетон, Панко, ну, Скетчерс. Сейчас, подожди, вон еще Скетчерс, бабушка ведь не купила. Не купили Скетчерсы, а мама расстроилась. Зайдем тогда вот Байнер Спортс. Ничего бабушке нашей не понравилось, идем в де-факто. Ну нет, София, это что-то дорого по-любому. Дальше мы двигаемся по торговому центру Лаура. Здесь стоечка, всякие вот такие штучки продают. Мама пошла в Бенетон Софии, там Цею, Даги. Я сейчас пойду в Росман. Тут есть Adidas Kids, дальше Кип, там Рамсы, Гратис. А ты вернулась, со мной пойдешь? Вот. Пока идем в Росман. Вышли из Росмана, друзья. Мама вон себе. А у них акция была. Два берешь вот таких, платишь за одну. Ну, как знаете, мы еще покажем, наверное, такая. Так вот, и да, вот да. Мои. Целый вот эти, пакет. Конечно, витамины не по акции, а, господи, ну вот такие вот, например, витамины. Одну берешь, вторая ну, такие в подарок. Вот, да, вот такие вот берешь, вторая в подарок. Да. Магнезиум там. Конечно же, все потом мы... покажем. Конечно, мы счастливы, я вообще пью витамины, там детские сумки, витамины. Мы купили сумки, мы купили. Это я, да, я сказала Скетчерс. Скетчерс купили. Сумки купили красивые, вот я покажем. Уже показывала. Все, мы все покажем, все расскажем, потому что. Но нас... более подробно, конечно, мы покажем. И мы еще вот заходили в фирменный Чиба. Чиба, я купила только Чиба. Да. Вот, конечно, потом все более подробно мы все покажем. Но дальше мы уже никуда больше не пойдем. Все, мы едем в наш отель. Пока-пока. Мы наконец-то пошопились удачно. Да, у нас целый пакет из сумок, и мы счастливы едем домой. Надо кушать. И сегодня, возможно, что-то может заснимем. Что-то в отеле намечается, какой-то праздник. Ну все, пока. Пока-пока.